В Бендерах состоялось совместное заседание общественного совета, совета директоров и руководителей крупных общественных организаций города. На встрече обсудили итоги прошедшего года и наметили планы совместной работы на первое полугодие 2016-го. По словам председателя общественного совета Бендера Людмилы Чайковской, план работы уже сформирован. В него внесены последние коррективы. Среди основных мероприятий – выдвижение и поддержка гражданских инициатив по вопросам местного значения, направленных на повышение уровня социально-экономического развития города. Очень много предложений сейчас от населения города рассмотреть вопрос о работе паспортного стола нашего по оказанию услуг населению. Это очень актуальный вопрос, и он будируется давно, поэтому мы его включили в план этого года. Это вопрос совместно с советом директоров, изучить положение и рассмотреть его затем на совместном заседании. О причинах падения объемов наших местных производителей городских и возможности увеличения объема выпуска товаров на внутренний рынок. Ну и это целый ряд вопросов по подготовке к летнему сезону наших пионерских лагерей, детских площадок. Также по инициативе общественников на встрече обсудили ряд других вопросов.